8 утра, очень-очень холодно, я замотался платком, мы начали съемку, всем хорошей съемки, я надеюсь, будет классный продукт очень скоро. Was lingert so at magen Johanna? Попробуем этим дублемся. Что, найдете? Ты как, сначала не понимаешь, только что вернулся. Думал, все, уже с концами уехал, прошла ваша классная любовь. А он такой, я для тебя. Я готов. Да. Пол девятого. Одну сцену мы уже сняли. Холодно, но хорошо, хорошо. Поехали дальше, снимать в студии. Подготавливаемся к съемке клипа. Все ребята уже подготовлены. Ждем, пока накрасят артиста. Что ты ожидаешь от съемок? Какие у тебя эмоции, впечатления? Он только проснулся. Что ты грузишь? Вообще, да. Хочешь от меня? А съемок, что их снимут, и они закончатся. Но очень приятная и хорошая компания у нас. Саша, значит, вчера ночью переделал барабан. Говорит, какой тебе лучше по кадру, желтый или красный? Говорю, ну красный чуть получше. Сейчас перекручу. И давай там в 11 вечера перекручивать, все собирать. Мы с ним ставили свет допоздна. Так что хорошо готовились. С хорошей подготовкой, хорошо быстро снимем. Вот, человек умеет правильно рассказывать. Соберись, тряпка. И чем дайке, тардам бельге. Что может быть лучше, чем с утра проснуться, пойти на такое мероприятие, посвятить время музыке и плюс еще поучаствовать, посниматься в клипе. Поэтому я считаю, что это очень отличная идея общения и так далее. На самом деле очень классно в это время, да, тяжелая, чрезвычайная ситуация в нашей стране, поучаствовать в съемке клипа замечательным артистам, пригласили нас посниматься, поиграть. Готовились усердно, слушали песню на новом языке, который, если честно, для меня такой далекий. Перевели, послушали, оказывается, о любви, все замечательно, все красиво. Общения и любви нам сейчас всем не хватает, потому что мы все сидим дома очень часто и уже не первый год. Поэтому эмоции только положительные, только классные. Что, все прошло хорошо, все довольны, команда счастлива, все счастливы. Я думаю, что клип будет очень клевый. У меня ни ритма, ни игры, вообще ничего. Но сняли бы хорошо, все прошло прикольно. Чуть дольше, чем рассчитывали. Я бы снимал еще дольше, снимал бы. Двигаемся дальше, поедем на природу. Мы сейчас зайдем по какой-то непонятной тропе. Я надеюсь, нас Саня там не оставит. Да, сзади. Сейчас мы находимся в районе Саукрасты. Это страна Латвия. Если я не ошибаюсь в произношении, мы морозим свою жопу на самом деле. Все это делается для вас, ребят. Да. Человек только что заходил в ледяное море. Но совсем скоро вы увидите, как все эти кадры сочно смотрятся в одном цельном красивом клипе. Ну, дождь моросящий, неприятный, холодный. Я надеюсь, что скоро мы закончим. И будут прикольные кадры, несмотря на непогоду. Запись. Сегодня у нас второй съемочный день. Сегодня снимаем в нашей красивой старой улочке, старые, которые рижанам могут казаться банальными, но для приезжих они выглядят просто потрясающе волшебными, красивыми. Сегодня немножко дождик, но это атмосфера, которая нам нужна. Сперва снимаем в отеле сцены. Сцены нежности, сцены ссоры будут у нас противоположные прям по смыслу сцены в номере. Потом пойдем гулять по Риге, снимать, ловить.
Классные кадры. Также идем, дурачимся, улыбаемся. Очень люблю Ригу. Очень классный город. Я здесь, наверное, уже лет 7. Постоянно приезжаю. Хреново здесь все с сервисом, это правда, по всем заведениям ребят плохо работают. Но в целом погода, природа, прекрасная архитектура, старые вот эти улочки, мощенные аллеи. Здесь очень красиво. Приезжайте в Ригу. Это режиссер, создатель идеи. Я надеюсь, вам все очень понравится. Если понравится, лайк ему. Если не понравится, тоже ему все. Надеюсь, вам понравится клип. Мы старались, много локаций сделали. У нас было и солнце, и дождь, и море, и горная местность, и старая Рига. Все достаточно в плотном графике, успели, все сняли, все кадры. Нежность, дурачество, любовь, отношения, как они есть. Смотрите. Я очень рада, то, что вот попала в эту команду. Потому что было очень интересно. Было и грустно, и вроде моментами печально, но потом все равно очень весело. Грустно, потому что холодно. Все было очень-очень круто. Без хороших эмоций вот ну никак. Одни только позитивные. Очень сильно надеюсь, что вы оцените наш труд. Вам он очень сильно понравится и зайдет этот клип. Потому что история реально очень интересная и красивая. Ну что ж, ребят, съемки наконец-то подошли к концу. Морозили свои задницы 2 дня. Ходили по холоду, кто-то вообще в юбке без колготок, надеюсь, никто не заболел. Я очень рад тому, что мы проделали огромную работу, огромный труд. Проехали более 200 километров по холоду, прошлись по песку, повалялись в мокром песке, стояли под дождем. И я не знаю, ну столько всего сделали. Всем спасибо, всем тем, кто участвовал в этом проекте. Вообще суть клипа, как бы, это история любви с грустным концом, счастливым концом. Вы это сами увидите. Вот рядом со мной Эмили, главная героиня. Она большая-большая умница. Получилось сделать то, что мы хотим. Это красивые кадры Риги, всего старого города, природной части, национальных заповедников, но при этом положить очень простую, не тяжелую сюжетную линию, что-то вроде love story и знакомства. Как-то так, так что смотрите клип, наслаждайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошего всем настроения. 경기 나 날아름